Всем добрый день. День на самом деле прекрасный. Поют птицы, на улице холодно. Я уже с утра сгоняла по магазинам. Сейчас вам все расскажу, покажу. Вот что купила. Сегодня прекрасный день. Я уже всех в сообществе девочек, моих зрительниц, моих подписчиков, просто девчонок, которые мимо проходите, любого возраста. Поздравляю с этим прекрасным весенним днем. 8 марта. Все цветы сегодня для вас. Я сегодня с самого утра поехала в магазин. Представляете, девочки? Думала, что там никого не будет. Думаю, специально с утра пораньше, 8 марта, рвану в магазин. Думаю, попью там кофе. Специально не завтракала. Так, что-то у меня тут. Сейчас буду вам покупочки показывать. Не отключайтесь. Вот. Думаю, попью там кофе. Специально даже завтракать не стала. Да. С самого утра, потому что мне потом надо было в другое место, и я поехала, в общем, нам надо было на заправку, мы заправились и поехали в Глобус. Думаю, там я возьму кофе, в общем, попью кофе, позавтракаем, все, в общем. И каково было мое удивление, когда, видать, так подумали все, и сколько же там с утра в Глобусе было народу. Все мужчины со своими женами решили сделать им такой подарок с утреца. Я-то специально с утреца поехала. Думаю, пока все проснутся, мужчины будут ублажать своих женщин, дарить им цветы, подарки. Потом будут готовить завтрак. И потом только после обеда вывезут своих любимых ненаглядных женщин в торговые центры. А они нет. Они уже с утра пораньше, время еще не было 9 утра. Парковка у Глобуса была вся забита полностью. Нам пришлось вставать с краешку, где паркуются фуры, вот эти все. Не знаю, кстати, что они там стали парковаться, кто это разрешает, парковаться фуром. В общем, где-то на задворках нам пришлось парковаться. И когда мы зашли в Глобус, мы даже не смогли пойти пить кофе, потому что все столики, не поверите, были заняты. В общем, вот так. Но я потом, правда, когда мы уезжали, я сходила, купила кофе, потому что мы не завтракали, мы купили по хот-догу, и я сходила уже в ресторан, там можно налить кофе, кстати, абсолютно недорого, 100 с чем-то рублей, большое капучино, в общем, сходила, купила кофе, и мы выпили кофе в машине, потому что, ну, на самом деле сесть было уже даже с самого утра негде, негде. Вот так мужчины поздравляли своих любимых женщин. Вот, поэтому не одни мы подумали, что с утреца пораньше будем завтракать где-то в необычном месте, а не дома. Поэтому всех моих зрительниц еще раз с этим прекрасным днем. Да, вы это видео увидите не прям вот в этот день, но я думаю, как говорится, позже, не раньше. Поэтому давайте буду показывать вам покупки. Покупки были в Глобусе. В Глобусе я потратила совсем немного денег. Это у меня... Ну, я в Глобус сейчас не езжу затариваться. И это у меня, так сказать, самая, наверное, дешевая покупка. Ой, 600 рублей там потратила. Представляете? Сейчас покажу, что купила. Все вам расскажу. И по ценам, конечно. Сейчас чеки только найду. И еще была в Магните, еще была в Светофоре, еще была... Ой, в Чижике. В общем, в Чижике больше всего денег оставила. Почти 1700 вроде. Ой, затрясла камеру. В общем, я зашла еще к белорусам, купила сыр Маздам в белорусскую лавку по 690 рублей. Он там взяла небольшой кусочек. Что-то не стала брать в Чижике. Не знаю почему, потому что я, в принципе, к белорусам и собиралась. Так, в Перекрестке. В общем, вот мои чеки. Смотрите, как у меня вот столько я сегодня посетила магазинов с утра пораньше. Была в Глобусе. Потом заходила в Магнит. Потом заходила в Светофор. И самая большая моя покупка на 1800 рублей это в Глобусе. Ой, в этом, в Чижике. Потом я эти все чеки суммирую. Так, 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 так. Салат. Я сегодня буду делать на праздничный стол салат зеленый, как обычно, с сыром пармезан, помидоры чили, в общем, только без креветок, конечно. Креветки нынче дорого, хотя сегодня креветки были в Глобусе по 499 рублей. Ну, правда, вот такие вот не очень большие, королевские, но не очень большие.
Вот, купила салат, купила пармезан. Салат про пармезан я... Ой, пармезан. Вот этот, маздам. Маздам я уже вам сказала. Салат я купила в Глобусе. Он стоил по 82 рубля. Купила два горшочка. Вот, так как он в горшочках, я люблю, он не пропадет. Еще завтра сделаю салатик. Салатик мы любим. И, он не... Вы представляете, а он не в горшочке. Пожалели горшочек. Они вынули из горшочка, и тут просто земля. Вот это да. Вот это я первый раз вижу. А где же горшочек-то? Вы представляете, они пожалели горшочек. Они вынули его из горшочка. Представляете? И вот сюда воткнули вместе с землей. Обычно я поливала в горшочке. Ну, смотрите, чтобы вам не набрать, я его, конечно, не хочу вытаскивать. Но я думаю, вы мне верите. Это как так? Такой салат должен быть в горшочке. Вот везде вранье. Ой, листик один. Ну ладно, я его сейчас. Посмотрите, посмотрите. Он без горшочка. Он без горшочка. Просто земелька. Вот так. Вот и все. Без всяких горшочков. Нечего еще вам горшочки. Еще чего. Горшочков на вас не напасешься. Я сейчас поставлю, я хочу поджарить наггетсы. Я же вчера была в Евроспаре. Это вам в следующем видео расскажу про Евроспар. Так. Да, вот это да. Вот это удивили, удивили. Удивили, удивили, конечно. Вот, вот. Жалко им горшочка. Обычно я такой салат покупаю в горшочке. Он у меня стоит. Я его поливаю. Он у меня прекрасно стоит в холодильнике, и можно даже вот его не есть весь сразу, а отщипывать листочки, вот, мыть. О, прекрасный салат, прекрасный. Но вот этот без горшочков. Ну, есть выход из ситуации, его можно поставить, в принципе, в кружку. В кружку наливаете водичкой. Вот. И вот так ставите. Я, наверное, так и сделаю. Да. Вот это удивили. Прям немножко воды. И вот так поставили. Так как он без горшочка. Вот тут есть дырочки. Вот они. Дырочки. Так что, девчонки. Ой, много. Вот так. Из любой ситуации настоящая женщина найдет выход. Вот. Поэтому вот так. И вот так в стаканчике, как в горшочке, ставите. И все. И прекрасно стоит. Отрываете, едите. Прелесть. Так, в чижике купила 3 бутылки молока. 2,5. Это я уже с расчетом на следующую неделю. Думаю, раз ездили по магазинам, значит, надо еще затариться, конечно же, и на неделю. На неделе я, как обычно, буду варить любимый борщ. Единственное, я не смогла нигде купить капусты. Да, это дефицит. Мне нужно будет купить капусты, перец болгарский. Я буду толстокожей покупать. С толстокожего все же лучше. Может быть, даже в чижик сгоняю еще раз, когда буду покупать. Потому что борщ я буду варить на неделе. И борщ я буду варить. Говядина очень дорогая, девчонки. Я посмотрела, мясо вообще дорого. Наверное, буду варить в этот раз суп в своей любимой вот в этой 7-литровой кастрюльке из курицы. И в Глобусе купила Глобус Вита, фермерские продукты. Первый раз беру молоко топленое, но тут полноценный литр. Да, оно какое-то... То я беру обычно за 79 рублей. А нет, у меня на него прошла скидка. Скидка. Молоко топленое 76 рублей. А так оно стоило на 22 рубля дороже. В общем, 76 плюс 22. Вот. У меня скидочка. Вообще, у меня на все тут прошло скидочка. Я, в общем, посчитаю, сколько я потратила сегодня на магазины. Но это с учетом того, что будет сегодня такой какой-никакой маленький праздничный столик. Даже не праздничный стол, да? А просто такой, ну, хороший ужин. У меня, в принципе, по пятницам всегда такой хороший ужин. А сегодня, как говорится, 8 марта, еще пятница. Так, все, убираю. Молоко я вам рассказала.
Так, чижики. Еще взяла творог. Творог это вот обычный. 5,5%. Это я взяла на неделю. 5 штук, как обычно. На стол порезать взяла колбаску. Ну, как говорится, было бы что закусить. В общем, взяла 2 бутылочки сухого лимонадика. Белого сухого лимонада. Взяла сметану. Тоже в чижике. 15%. Это уже с расчетом того, что буду на неделе варить больше. Хочу на этой неделе поэкономить денежки. В общем, поэкономить денежки. Это только наварить вот такую огромную кастрюлю борщица вкусного. И тогда денежки у вас сэкономятся. Будем варить с вами вместе. Дальше взяла пармезанчик вот этот 6-месячный. Он пойдет, тоже в чижике брала. Вкусный, мне нравится. С овечьим сыром мне салат не очень понравился. Вот этот пармезан, он прям превращается в масле, в такой соус, который обволакивает листья салата, помидоры. В общем, все продукты в салате. И как бы такая, как заправка. А вот овечий сыр, что я брала, он так не растворяется. И получается, как бы сыр отдельно, ежики отдельно. Так что вот так, взяла пармезан. Взяла конфетки. Это тоже в чижике. Ну, тоже все же, как говорится, праздник. Взяла белочку. Вот белочку только я взяла. Надо было, наверное, какую-нибудь Аленку взять. В общем, взяла белочку. И взяла свою любимую маску. Смотрела, представляете, в глобусе смотрела каракум. Что-то мне так захотелось шоколадных конфет каракум. Думаю, я еще в чижике взяла мороженое. Думаю, раз сегодня праздник, можно себе устроить. Ничего страшного, сделать вечерком так кофейку с шоколадной конфеткой, с мороженым. Еще в чижике набрала мороженого. Не очень много в этот раз. Взяла 2 шоколадного, 2 крем-брюле и 4 белого обычного в стаканчиках. Все уже в морозилочке лежит. В общем, каракум. Думаю, возьму-ка я каракумчику. Что-то так захотелось вспомнить старые времена. И в глобусе, представляете, 1190 рублей каракумы стоят килограмм. Я в шоке. В общем, я сходила в Дикси. А, я еще в Дикси была. В Дикси. У меня тут нету чека от Дикси. Куда я его дела, не знаю. А, в другой куртке, наверное, чек от Дикси. Сегодня, девчонки, поехала. В общем, поехала с утра пораньше. Да, у нас пошел снег. Все присыпало снегом. Был минус 6 где-то с утреца. Обещали к обеду распогодиться до плюс 1, но я уже одела в торговый центр легкую куртку. Одела теплую флисовую водолазку. Сделала причесончик, в общем, без шапки. И одела тонкую куртку на флисовую водолазку. Сделала причесончик, потому что уже под шапкой не могу по торговым центрам ходить. Так как все же у нас на улице уже тепло, можно так сказать. И в торговых центрах очень жарко. А потом, правда, я приехала и ходила до Вальдберса кое-что, мне надо было там забрать. В общем, ходила до Вальдберса, одевала уже шапку и теплую куртку. Так что вот так. А в торговый центр я теперь, если буду ходить, я, конечно, буду уже без шапки, уже с причесончиком, да. Причесончиком и с этим самым, конечно, в тонкой куртке. Но если я свою дубленочку, свою толстую курточку зимнюю одеваю на футболочку, и я в ней спариваюсь, то, конечно, вот эту тонкую куртку мою еще жарковато одевать на футболку. Придется именно на такую плотненькую водолазку. Так, вот такую томатную пасту взяла. Я ее уже пробовала. Тоже, ну, на борщец, не на борщец, на супец. В общем, по 44 рубля в чижике. Но я еще томатную пасту взяла и в этом самом. Как он называется? В этом, в глобусе. Вам все покажу. Не ожидала, что в чижике возьму. И взяла сосиски. Ну, так, чтобы были. Все же впереди выходные. И потом на неделю, на завтрак или просто так вечерком. Сосиски тоже нужны, а что нет? Я же вчера была в Евроспаре. Мы еще зашли наверх, на фудкорт. Очень там было много народу. Вот. Ну, выпили по бутылочке пенного лимонада. И я взяла немного роллов, прям совсем чуть-чуть. Что-то мне не понравились уже.
роллы не буду больше брать. Чуть-чуть именно на перекусик такой, потому что дома ужина никакого не было вчера. И взяла по большому двойному вот этому Биг Мак, как он сейчас называется, не знаю. В общем, Биг какой-то. В Евроспаре покупала рыбу. Это я вам потом все в другом видео расскажу. Девочки, подписывайтесь. Подписывайтесь, будет интересно, из чего я готовлю. Потом не будете на кулинарном канале задавать лишние, как говорится, вопросы. И я взяла домой, это вчера. Думала, придем и подогрею, съедим эти наггетсы. Но вчера не стали ничего есть, так как все же вот этот Биг Мак нам большой. Я же взяла двойной, по 240 он, что ли, рублей. В общем, сытно, сытно пьяно было, нормально. Пришли и легли спать. И поэтому наггетсы остались. Вот сейчас поджарю наггетсы. Сейчас еще, потому что очень рано, а вечером вот этот сделаю хороший такой ужин. Уже с рыбой, с салатом. И вот поэтому взяла немного наггетсов. Конечно, я бы не брала уже эту готовую еду. Я отказалась уже, можно так сказать, от этой готовой еды. Не хочу. Вот, я буду готовить сама. Не хочу я больше покупать эту готовую еду. Но я думаю, кто меня смотрит постоянно, на постоянной основе, девчонки, подписывайтесь, смотрите меня на постоянной основе, чтобы не задавать лишние вопросы, что я ем, чего я там ем. Кому интересно, я думаю, вам будет интересно. Так, все наггетсы не влезают, но все равно мне нужно подогреть все. Вот. В общем, вот так. Сейчас я их поджарю. Не нравится мне из микроволновки. Они такие какие-то получаются слащавенькие. А я их прям поджарю. Будет красиво. А вам продолжаю показывать покупки. Так. Так. Это конфетки. Все. Так. В глобусе взяла огурчики. Я их сделаю в салат. Захотелось мне именно таких огурчиков пупырчатых. Они мне вышли на 137 рублей. Уже со скидкой в 60 рублей. Вот. Так что вот такие огурчики пойдут у меня сегодня в салатик. Это в глобусе. Вот такую помидорку я взяла тоже в глобусе. Она мне вышла на 108 рублей с 30% скидкой. Вот. Ну, я напомню, это там можно списать баллы по карте. Паштет взяла. Не знаю для чего, но пускай будет. Мне он очень нравится. У него недолго играющий срок годности. В общем, ну, я хлеба еще вчера купила, в принципе, такого черненького. Поэтому, в принципе, паштет пускай будет. На завтрак намазать ничего страшного. Правильно сделала, что взяла в глобусе лук. Лук по 39,99, 44 рубля. У меня на лук скидка-то прошла. Так, лук. Да, лук у меня получился на 36 рублей. Скидочка прошла. В общем, взяла опять 5 луковиц, потому что собираюсь борщ готовить, что-нибудь буду готовить. Я думаю, будет вкусно. И хорошо, что взяла. Представляете? Ни в магните, ни в чижике лука не было. Вот. И взяла картошку. Вот у меня в этот раз в глобус такая была поездка. 670. 678 рублей. В общем, 680 рублей. И взяла картошку. Смотрите, как много взяла картошки. Один пакет, второй пакет. Ой, в общем, не удержалась. Мне надо на борщ. Сегодня еще отварю несколько картошек. Именно хочу буквально по две картошки с рыбой. Я их отварю. И потом, когда рыбу буду запекать, рядом положу вот эту картошку. Она была всего по 17 рублей. Представляете? По 17 рублей. Взяла два мешка. В общем, у меня картохи получилось 2 килограмма и 3 килограмма. 5 килограмм картошки взяла. На 47 рублей и на 34 рубля. Это уже со скидочками. Она мне вообще со скидкой как по 16 рублей килограмм прошла. Но я буду варить суп на такую большую 7-литровую кастрюлю. Конечно же, надо картошечки побольше. А мы как? Мы вначале набрали один пакет. Представляете? Набрали один пакет, уже взвесили, я уже в тележку положила. И приходит этот мальчик с этими самыми, с новыми мешками картофеля. И начинает высыпать эти новые мешки. И такая она там хорошая, прям не слишком крупная, средненькая. И так прям я это загорелась.
что начали набирать второй мешок этой картошки хорошей. Да еще за такую цену, 17 рублей. А мне она еще дешевле обошлась. И я потом думаю, а не буду-ка я этот мешок, вот который первый набрала, оставлять. Я обычно так никогда не делаю. Думаю, картошка в доме все равно нужна. У меня сейчас картошка уйдет на борщ. Может быть, я сделаю еще пюре с картошки. Мы картошку не так часто едим, можно так сказать. Вы и в покупках у меня ее не так часто видите, эту картошку. Так, надо на небольшой огонек. Да, жарятся наггетсы. Мне вот эти наггетсы больше вот так нравятся. Они тогда, слышите, с какой корочкой? Тогда с корочкой такой. А то они получаются какие-то вот в микроволновке, какие-то раскисшие. Мне не нравится. Я лучше вот на сковородке, пока с вами болтаю, у меня раз-раз-раз, все будет готово. Так, с покупками это еще не все. Дальше. Так, в светофоре. Не было опять моих вот этих полотенец в светофоре, вот этих вот таких, которые я беру. Девочка на кассе сказала, что они заказали, и бумаги не было туалетной обычной. Девочка на кассе сказала, что они заказали и ждут поставку. Ну, в общем, уже недели две нет. Взяла вот такие салфетки. Тоже хорошие. Взяла 3 упаковки. Думаю, пускай пока будут. Это в светофоре. Также у меня закончился гель для душа. Он подешевел. Что-то 89 рублей. В прошлый раз брала за 99, что ли. В общем, вот этот кофейный нравится мне. Надолго хватает. Хорошо пенится. Сейчас для моей новой мочалки самое оно. В магните взяла вот такую туалетную бумажку. Это за кисточкой какахи убирать. Вот. Взяла ополаскиватель. Такой, 199 рублей, с корой дуба. В общем, это надо, у меня как раз там заканчивается. Я сейчас ничего, вот эти вот, ничего не беру впрок. Вот у меня заканчивается, вот там чуть-чуть вот так осталось, я купила. Вот этот вот ополаскиватель заканчивается, я покупала тоже. Немножко осталось у меня там. Кстати, тоже брала бальзам. Тоже купила. Взяла вот такой вот порошок. Что-то мне захотелось. Вспомнила старые времена. Зубной порошок семейный. Мне, конечно, мятный больше нравится, но взяла семейный. Хороший зубной порошочек. Так, дальше взяла кофе. Девочки у меня спрашивали. В общем, Марина, какой вам понравился больше кофе? Вот эту взяла пая вот эти. Галапагос. Галапагос. Был по акции Галапагос. В общем, я сейчас пойду закажу в интернете Коломбо. Меня спрашивают, какой лучше, какой вкусней. Девочки, вот как только я попробую Коломбо, попробую Галапагос, и тогда смогу вам сказать, какой вкусней. Пока у меня на первом месте они все стоят, пока мне все нравятся. Все вкусные. В общем, будем пробовать с вами Галапагос, и еще я закажу Коломбо. Прекрасную, не поверите, тарелку купила. 70 с чем-то рублей. Посмотрите, какая классненькая. Вот такую тарелочку взяла. Вот, просто классная, обалденная. Она не очень большая, 18 сантиметров. Вот, написано, как тарелка суповая, но я ее не буду использовать как суповую. Она прекрасно мне подойдет для фотографий, да. В общем, я ее сразу ставлю вот сюда в мойку мыть. Цена небольшая, я даже пожалела потом, что одну взяла. Это в светофоре. Вот. Пожалела, что взяла одну. Ой, как наггетсы жарятся. Прям такая красота. Вкуснота. Именно они такие будут хрустященькие. С хрустящей корочкой. Пожалела, потом уже вышла, пожалела, что взяла одну. Думаю, ну все же надо было парочку взять. Такие тарелочки, да еще не везде найдешь. Думаю, красивенько будет на фотографии, когда я что-то, например, готовлю. Ой, шикарные, шикарные, посмотрите. О, слышите? Вот с такой корочкой будут наггетсы. И зачем нам с вами какие-то раскисшие наггетсы? Надо вот с такой корочкой. Только самое главное, переворачивайте их. Не нужно, чтобы они слишком были не горелые. Были именно с такой вот корочкой. Так, показываю покупки дальше.
принципе, вроде и все. В Чижике вроде все. А на что же в Чижике 1700 потратила? Так, в Магните вот этот Галапагос стоил 299 рублей. О, представляете, а бальзам-то, вот этот ополаскиватель, на ценнике был 199, а он 256 что-то. А что это такая цена? 259 рублей. Ополаскиватель для десен дуб. А цена была 199. Вот это да, вот это я взяла. Вот это да. Туалетная бумага 8 рублей. Кофе вот это Галапагос 299 по акции. А что же это такое? 259. Вот это да. Вот это цена. Вот это цена. Так, а что же я взяла? И получается, и ничего, все вам показала. Молоко. А, еще воду питьевую взяла. Взяла себе две бутылки обычной питьевой воды, минеральные Ессентуки. Все вам показала. Конфетки, колбаса, сосиски, конфеты Маска, томатная паста, сыр пармезан, творог, колбаса. И вот мороженое. Все я вам перечислила. 1800 рублей. По сути, есть нечего. И такие цены. Представляете? Вот так. А вот так придешь домой, а мне говорит: Марина, ты набираешь, набираешь. Что я набираю? Картошки 5 килограмм. Тоже. Ну, извините, один раз в неделю хочется немножко чего-то такого необычного. Хотя мне вот одна зрительница писала, говорит: Марина, вам не надоедает? Вот вы сварили 7 литров борща. И вы что, едите один борщ? Мне, например, не надоедает. Да, я очень люблю вот борщ. И я могу или натушить капусту на неделю, потому что все же неделя есть неделя. Там особенно не повыготавливаешь. И я вот обычно борщ прекрасно могу есть каждый день. Могу есть прекрасно каждый день есть тушеную капусту. Ну, просто меня зрительница спросила, говорит: Марина, вам не хочется разнообразия какого-то? Вы так много варите. Вот. Мне, например, не хочется. Я вообще очень, так сказать, непривередливый человек. В общем, непривередливый. Но вот мне хочется, как, не часто, но все равно надо устраивать себе какую-то разгрузку. Хочется, конечно, что-то вкусное, но это бывает не каждый день, конечно. Не каждый день. Вот, так что, в принципе, я вам все показала. Ну, конечно, да, да, ценник внушительный, а есть ничего. И в Дикси я сюда вот положила рюкзачочек. То, что я взяла в Дикси. Но это я уже ходила потом, уже пешочком. Сейчас вам покажу, что взяла в Дикси. Так, в Дикси взяла конфетки Каракум. 10 штучек. В общем, по 690 рублей. Представляете? В Глобусе 1190, а тут 690. Взяла свои любимые китюлечки, свои любимые кусечки. Вот по 21 рублю еду. Вот этот вот какой-то ланч с приправами и овощами. Это картофельное пюре. В общем, и взяла попробовать вот этот коломенский зефир. Он был по акции на яблочном пюре. Очень мне захотелось. Ванильного не было. Был именно яблочный. А есть еще ваниль. И ваниль, и малина. Такой двухслойный. Но у нас не было. Как-то я его присмотрела в каком-то магазине. Ой, какой снег красивый идет. Крупный. В общем, как-то я его присмотрела в каком-то магазине. Он там был где-то рублей 130-140 без акции. А это по акции увидела. И так вот что-то душа на него запала. И увидела вот в Диксе по акции. Думаю, ну возьму. Ладно, ничего страшного. Побаловать себя. В общем, побаловала. Все, на этом, девочки, все мои покупки. Будем кофе с вами пробовать. Я еще сейчас пойду закажу Коломбо. В общем, посмотрим, чем они отличаются. И потом, конечно же, вам скажу, какой вкусней, какой невкусней. Вот, каракумчики. Что-то вот прям захотелось. Ночью аж проснулась, думаю, хочу кофейку. Вот с одной конфеткой каракумчик. Я потому что много не ем. Буквально делаю чашку кофе себе и буквально одну-две вот этой каракумчики. Все, мои хорошие. Всем пока-пока. Не злитесь на меня. Я никого не хочу никогда обидеть. Всем огромное спасибо. Я вот
Ну, самый простой человек, как говорится. Все. Пока-пока. Все покупки показала. Пока.